Свою дебютную постановку сегодня в администрации Сочи презентовала автор идеи, продюсер и исполнительница главной роли в шоу Руслана Людмила, олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Премьера спектакля состоялась в Москве. Всего было дано 24 представления, которые увидели более 150 тысяч человек. В шоу собраны современные технологии и эффекты, которые сочетаются с музыкой, написанной специально для мюзикла, красочной сценографией, яркими декорациями и масштабными видеоинсталляциями. Подготовка проекта заняла больше года. Впервые вообще в истории Руслана Людмила воплощен вот на льду. Потрясающие декорации, костюмы. Сочи стал уже моим вторым домом. И, конечно, я счастлива сюда вернуться. Здесь всегда тепло. Здесь вот это сочетание моря, солнца и льда. Это, конечно, какое-то особенное ощущение. Это замечательный курорт. Надо сказать, что Сочи за последние годы стал постоянной площадкой для топовых мероприятий. Развитая инфраструктура, чистота и уют южного города привлекает сюда как спортивные чемпионаты, так и культурные мероприятия мирового масштаба. Тенденция за последние 4 года – это мы сохраняем 60-70% мероприятий и даем возможность зайти вновь и вновь в город Сочи. И это очень важно, если комфортно для тех организаций, которые проводят здесь событийные мероприятия, если им комфортно, то они приходят еще раз к нам. Что касается шоу Руслана Людмила с участием звезд фигурного катания, в Сочи мюзикл на льду можно будет увидеть в августе. Гастроли продлятся 2 недели.